Привет, друзья! Вы смотрите канал «Просто детки», и мы сегодня в очередной раз играем в игру «Том за золотом». Мы, говорящий Том, бег за золотом. И, как всегда, мы начинаем с наших улучшений. То есть открываем сейфы, которые нам даются бесплатно. Вот у нас тут их два. И потом распределим навыки нашим котятам. И побегаем, заработаем денежек на очередные улучшения дома. Итак, нам дали два динамита, 300 золота и 15 очков улучшения самолета. Ну, не самые лучшие призы, как бы. Может, в этом сейфе повезет больше. Вот, 15 бриллиантов, отлично. 15 магнитика и один динамит. Ну, так, пойдет лучше, чем первый приз. Итак, приступим теперь к улучшению нашей Анжелы. Мы решили сначала улучшить Анжелу по максимуму, а потом уже улучшать там остальных. Итак, у нее вот все уже навыки максимальные, только золото двойное у нее, ну, далеко еще до завершения. Это раз. И у нас скопилось много очков навыков для других улучшений. Вот мы видим магнитика. Для Бена можем улучшить до максимального уровня. Действие шлема до предпоследнего. И действие самолета тоже вот мы улучшили три раза. Так, слитки улучшать не будем, потому что мы оставляем их для Анжелы. Так, ну что, осталось зайти в наши постройки и вот этот вот чудесный автомобиль тоже еще раз улучшить. Получается, мы можем купить улучшение. Вот смотрите, бампер ему там прилепили, еще что-то. Уже полноценная машина, можно на ней ездить, отдыхать. И построим вот эту вот, наверное, сцену. Один раз. И можем еще раз построить. На большее у нас не хватает пока мест денег. И, соответственно, бриллианта. Вот смотрим. Денег надо очень много на следующее улучшение. То есть мы сейчас попробуем заработать немного денежек. Может быть, обновить какой-то рекорд. Ну, а уже завершим мы строительство домика для Хэнка, наверное, в следующем видео. Я без записи заработаю побольше денег, чтобы потом можно было это все вам показать и улучшить. И открыть уже наконец-то нашего Джинджера. Итак, Анжелка, ай-яй-яй. Что это у нас первый блин комом? Пока не разыгрались, наверное, сейчас. Надо, чтобы пальчики наши разработались, потому что тут нужна реакция очень хорошая. Аккуратненько перепрыгиваем. Еще один грузовичок. Да ну что ж нас так давит? На маленькой скорости непривычно играть. Это когда он уже разгонится, там уже все быстренько взаимосвязано. Так. Так мало, что-то я, по-моему, ни разу вообще не набирал. Ну, пробуем. О, уже больше набрали, чем в прошлый раз. Хорошо. Так, поехали, поехали. Побежали, точнее. Какая фура большая. Вот, отлично. Там впереди магнитик. И опять выход на автостраду не хочу. Мне вот здесь нравится больше. Тут как-то полегче немного проходить. Там впереди еще один магнитик. Балуют нас магнитиками. Сейчас расслабимся, потом вообще забудем, как собирать золото. Сейчас оно само собирается ведь. Мы к нему даже не успеваем подбегать, оно притягивается. Так. А вот и бесплатный сейф. То есть у нас там уже бесплатных не было. Нам енотик потерял сейф, мы у него забрали. И после этого бега мы нажмем открыть его, и через 3 часа получим опять бонус. Так, Анжел, давай немного побыстрее побежим, потому что так мы будем долго-долго собирать на очередное улучшение. Ну вот, классно, двойные слитки, мы их как раз улучшили два раза время, поэтому они должны действовать очень долго. Но это нам только так казалось, уже действие закончилось. Почему хорошее всегда заканчивается быстро, друзья? Вопрос риторический.
Так. Шлем, отлично. Пока у нас все получается. Стартовый мандраж. Ой, врезался. Стартовый мандраж прошел. Теперь нужно уже активно играть и не ошибаться. О, отлично, самолетик. Сейчас мы быстренько двойные слитки чуть-чуть пособираем. Жалко, что они так мало действуют. Ну, самолетик сам по себе хороший бонус. Даже если это не двойные слитки. Летишься, ни за что не переживаешь, только управляешь самолетиком и все. И вот опять двойные слитки. Класс. Отлично. И магнитик. Чтобы мы эти слитки не пропустили. Почему-то они очень быстро заканчиваются. Вроде бы мы их улучшали. Только взял, все, уже они закончились. Ну что ж такое? Так, перепрыгиваем. Еще раз. Смотрим. Я первый раз посмотрел на то, сколько мы заработали золота. Оказывается, уже 1000 золота мы заработали. Я же говорил, что просто нужно разыграться. Ой, какая уже скорость большая. Люди, я уже не успеваю реагировать. Так. Аккуратненько. Там, наверное, у Анжелы сейчас в глазах все рябит уже. Ой, слава богу, самолетик. Можно немного перевести дух и расслабиться. Еще и нотика там догнали на самолете, на реактивном. И вытрясли с него 200 золота. Так, ненароком уже у нас 1500 золота. Конечно, до нашего рекорда пока личного еще далеко. Но, тем не менее, уже неплохо. И опять самолетик, слушайте. Какая-то эта игра очень такая везучая. Без конца нам пачками эти бонусы высыпаются. Надо пользоваться моментом, потому что в прошлый раз было такое. Сыпали-сыпали, а потом перестали, что за раунд ни одного бонуса. Так. Надо быть предельно внимательным, потому что будет обидно уже на таком... этом... на таком прогрессе. Ай! Фух. Чуть не нажал... нырнуть. Сейчас бы в машину как нырнул. Отличненько. Так. Что у нас здесь? Ой. Ай! Блин, два раза нажал на клавишу и в итоге вернулся. Ну ничего, почти 2000 монет. Слитков, я думаю. Хорошо. До рекорда не дотянули буквально немного. Взламываем сейф. Через 3 часа он откроется. Давайте, может, попробуем Хэнком сейчас играть. Может, у него лучше получится. Нажимаем на Анжелку. У него, получается, все навыки получше, кроме двойных слитков. Выбираем Хэнка. Тем более, что его домик строим. Пускай тоже постарается. Ой, там у него было какое-то... А, нет, улучшение двойных слитков. Тем более, это трасса, это домик Хэнка, поэтому он должен лучше на ней ориентироваться. После большой скорости, как в прошлой игре, тяжело вообще сориентироваться на маленькой. Такое ощущение, что просто ползем, а не бежим. Но ему же тоже надо размяться, он еще не играл сегодня. То есть играла Анжела. Вот видите, как магнит долго действует. Мы его взяли уже давно. А он до сих пор действовал. Потому что он у Хэнка лучше улучшен, чем у Анжелы. Так. Аккуратненько. Что у нас там впереди? Опять енотик отстал. Ну ничего, сейчас мы заберем у него еще немного золота. Один грузовичок, второй оббегаем. Как-то Хэнк вообще медленно бежит. Или это мне только кажется? Хэнк, давай поторопимся немного. Мы хотим эту игру сегодня закончить. Ай-яй-яй. Чуть не врезался, просто уголком зацепился.
Что ж, голова закружилась. Чуть не пропустили двойные слитки. В последний момент уже увидел, что что-то там за углом блестит. И шлем сразу. Хорошо. Время действия шлема у нас не маленькое. Поэтому этот бонус особо полезен. Раз, два, перепрыгнули, отлично. И опять магнитик. Супер. Так бы мы сейчас это все золото не собрали, потому что оно по всем полосам разбросано. А с магнитиком все запросто. Ну, какой-то енотик зажлобился. Прям всего лишь 100 золота нам дал. В следующий раз мы его потрусим, наверное, получше. Так. Аккуратно. Опять шлем, шлем, я тебя вижу. Главное его сразу не испортить. Так, у нас уже почти 1000 золота. Что не может не радовать. И магнитик, отлично. Мой хороший. И двойное золото. Слушайте, так, класс. А чё я за ним гоняюсь, если у нас магнитиком он притягивается? И еще один магнитик. Все-таки сегодня наш день. Балуют и Анжелу баловали. Бонусами. И сейчас Хэнка тоже. Так, аккуратненько. Вот, теперь уже нормальная скорость. Теперь видно, что Хэнк разогнался. А то еле лапки свои волочил. Ну что, енотик, мы обещали тебя потрусить. Ну, 150, конечно, не сильно много. И, наконец-то, первый раз у нас самолет. У нас самолет очень хорошо улучшен у Хэнка. Поэтому мы сейчас много-много золота соберем. Так, не пропускаем. Вот, смотрите, летим и летим. Отлично. Я, конечно, не успел засекти, сколько мы золота собрали. Ай, ай, чуть не перепутал опять, куда жать. Так, еще один бонус, хорошо. Надо им воспользоваться. Ой, чуть в такси не врезался. Зацепился опять головой за какой-то столб. Но ничего, главное, что не врезался, потому что зацепиться это не страшно. Головокружение пройдет, а вот врезаться было бы страшно. Ай-яй-яй, не допрыгнул. Ну что ж, опять на этом же числе. 1800, там чуть меньше золота. Так, давайте посмотрим. Но зато нам хватает уже на предпоследнее улучшение сверху вот этого. Этой палатки его. Видите, доску для серфинга повесили. Бонус свой увеличили на один. Ну, так, давайте последний раз пробежимся Хэнком. Может, третий раз нам повезет лучше. И на этом будем заканчивать наш обзор. Как раз уже разыгрались хорошо. Я думаю, сейчас мы сможем поставить рекорд и все остальное. Только, может быть, проблемы. Мы бонусов много-много нам давали уже. Поэтому они могут закончиться. Ай-яй-яй. Вот так, не говори гоп. Только начали и сразу врезался. Так, последняя попытка, теперь точно. Давайте будем аккуратными, поменьше разговаривать. Потому что когда разговариваешь, то отвлекаешься и теряешь концентрацию. Я говорил, чтобы он бежал быстрее, но с другой стороны можно долго-долго медленно бежать и никуда не врезаться. Лучше бы, конечно, он бежал медленно. Но тогда бы игра была бесконечная. А так тут все по-честному. Чем дальше, тем быстрее.
Так, какой следующий бонус у нас будет? Магнитик уже у нас был. Надо ли самолетик или двойной бонус? Так, сейчас динамит возьмем у енотика, чтобы потом можно было взорвать сейф. Опять магнит. Магниты нам сегодня чаще всего попадаются. Ай-яй-яй-яй-яй, опять мы головой зацепились. Бедный Бен, у него, наверное, голова уже там вся в ссадинах. Уже сколько раз мы им врезались. Раза три или четыре. Так, хорошо, вот возьмем каску для головы, чтобы, если опять врежется, было не так больно ему. А вот и самолетик наш. Отлично. По-моему, всего второй раз. Анжели, наверное, два или три раза за игру давали самолет. А Бену, вот сколько он бегает, только второй раз. Наверное, программа чувствует, что у него хорошо развит навык самолет. Поэтому не дает ему такой бонус, чтобы поменьше заработал золото. Так, а вот и двойной слиток. И только сказал, и сразу опять самолет. Надо почаще говорить так. Только что-то слитки наши совсем быстро заканчиваются. У Анжелы они действуют подольше. А вон и енотик, сейчас его ограбим. Видели, там где-то вдалеке был. Только что-то он куда-то уже убежал. Но зато вместо енотика нашли магнит. Так, улучшение... Увеличение очков. Ой, отлично. Третий раз подряд самолет. Только поплакался, что их нет, и все. Три раза подряд получили. Может, это еще не последний. Будет видно скоро. Так, тысяча... Ой. Опять не туда нажал. Тысяча золота мы собрали. Опять динамит. Да что ж такое? Лучше б дал побольше золота нам, чем динамит. Аккуратненько. Опять головой зацепились за что-то. Все время на тоненького. Еще чуть-чуть и... Ай! Ну вот. Я думал, там должен быть проход. Он всегда там почти есть, а его нету. Вот такая вот беда, друзья. Ну, рекорд мы сегодня не поставили. К сожалению. Но зато хорошо побегали и Анжелой, и Хэнком. Построили кучу-кучу ему всего в доме. Осталось нам улучшить последние один уровень в каждом из строений. То есть на сцене, на крыше и сам автомобиль. И мы откроем уже Джинджера. Так что ждите следующих серий. Скоро они будут. И все вы увидите. Кто был с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем пока-пока.